Всем привет, с вами BroGamer. В этом видеоролике я расскажу вам, как легко и очень просто сделать офигительную превьюшку для вашего видеоролика в фотошопе с нуля. Ну а перед началом самого видеоролика не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно. Ну а мы начинаем сам видос. Итак, переходим в фотошоп. Заранее у меня выставлен фон, то есть как бы белый фон на в сочетании с фоном, который выставлен на непрозрачность 10%. В вашем случае может быть абсолютно любой фон. Как таковых вариантов тут быть не должно. Можно накинуть абсолютно рандом. Вот. Дальше делаем текст. Шрифт Gozem Pro Black. Далее градиент юзаем и увеличиваем текст. Напоминаю, если что, я всегда оставляю все исходники по ссылочке в описании. То есть вы можете перейти и перекачать все это для себя и пытаться сделать что-то подобное уже самостоятельно, как бы дело ваше. Также вы можете найти превью с моего видеоролика тоже по ссылочке в описании. Все будет залито на Google Диск. Пока заливаю на Google Диск, далее будет Яндекс Диск и платформа Мега. То есть пока я ограничен памятью, ну, скоро все поменяем. Далее мы делаем такую вот формочку для текста, в том числе. Сейчас у нас она будет. Заливку делаем тут. Так, заливку сделали. Давайте ее преобразуем в смарт-объект. Прицепим эффекты и можно ее растрировать, как бы вот. Далее, что мы делаем? Мы опять берем текст. И текстом уже пишем слово 1 мая, открытие проекта 1 мая. Увеличиваем зажатым альтом, то есть мы можем увеличить именно версии CC 2019, только так можно сделать, увеличить зажатым альтом без кнопки шифта. Вот, далее мы сейчас убираем, то есть мы тут уже удалили. Вот такой эффект у нас получился, довольно круто, да, согласитесь. То есть мы сделали текст на прорез. Дальше уменьшим слово проекта немножко и подкорректируем их дистанцию, то есть чтобы они смотрелись как можно лучше. Сейчас мы это все сделаем. Так, вот. На стрелочке клавиатуры немного поднимаем текст чуть выше и точно так же делаем нижний текст, который у нас выполнен в форме. Дальше мы формируем группу, пишем текст, название, чтобы не запутаться. И далее уже Ctrl плюс английская буква T, то есть применяем трансформирование с зажатым Ctrl как-нибудь вот так вот вытягиваем и наклон небольшой, такой легкий наклон добавляем для того, чтобы добиться наилучшего результата. Ну вот, пока получилось именно как-то так. Далее докидываем элементы. Вот у меня есть такие вот партиклы. Опять же, вы, наверное, спросите, как я все это сделал. Во-первых, скажу вам сразу, тут то же самое фигуры с градиентом, ничем не отличается от текста. Если что, вам они все равно потребуются, я оставлю все исходники по ссылочке в описании. Вот. Перетягиваем также второстепенный материал и шарики, конечно же. Вот. Работа, в принципе, готова. Но сразу вам скажу, исходный вариант будет отличаться тем, что там не будет добавлен пресет. Ну, не пресет, а как бы цветокоррекция с помощью плагина Analog Pro 4. Сейчас мы все это сделаем. Какие-то сочности, яркости, контрастности. Вот и как бы можно уже будет применять плагин. Так. Еще чуть не забыл. Самое главное — это свечение и небольшое затемнение. Без этого никак. Наша задача — сделать фокусировку легкую. Так. Вот плюс-минус. Вот так вот делаем свечение. Свечение выполнено, осталось сделать небольшое затемнение. В том числе оно делается точно так же кистью и максимально просто. Если у кого-то из вас остались дополнительные вопросы по созданию этого превью, пишите в комментариях, обязательно постараюсь вам на них ответить. Дальше все объединяем, Ctrl плюс E. Ну или можно правой кнопкой мыши выполнить сведение, нажать и все. Дальше вот аналог FX Pro 2, ну я сказал Pro 4, ошибся. То есть аналог FX Pro 2, название плагина. Вот, и самые базовые настройки мы сейчас подкорректируем. Дальше, сейчас я буду вам объяснять. Пока получилось у нас с исходными данными что-то типа такого, но мы сейчас все это подредактируем, конечно же. Контрастность, конечно,
понизим это 100%, потому что такая большая контрастность нам не нужна. Дальше давайте немного дисплея, насыщенности, все добавим. Вот. Вот как-нибудь так вот, да, и уже намного лучше смотрится. Первый вариант, конечно, сыроватый, потому что, согласитесь. А вот с этим плагином намного лучше. Все эффекты применяются, и результат прямо перед вами. Вот, это достаточно крутая работа. Если вам понравился видос, не забудьте про лайки. Также, нужны вам исходники или нет, решайте сами. Ссылка в описании. На этом все. С вами был ProGamer. Всем пока.